Дорогие друзья, сегодня я провожу практическое занятие по раскрытию двух чакр. Аджны, которая находится между глазами, в центре, вот здесь, вверху переносицы, и свишудхой, горловой чакры, которая находится в районе гортани. Я буду петь мантру в ритме полного дыхания йогов. 8 ударов сердца на вдох, 8 ударов сердца на выдох. Я вам сначала буду показывать, как движется при выдохе и при вдохе диафрагма. Вот эта рука, это будет отображать диафрагму. А верхняя рука будет отображать межреберные мышцы. Она тоже поднимается, когда мышцы расширяются. Значит, сначала я вам покажу полное дыхание йогов вместе с пением этой новой мантры. Потом будем работать с аджной и вишудхой. Значит, нужно петь мантру в течение не менее восьми циклов. То есть 8 вдохов и 8 выдохов. А лучше, когда молитва, мантра, медитация продолжается больше. От этого будет больше толку, сильнее будет иммунитет человека. Теперь я включаю метроном и начинаю практическое занятие. Метроном бьет в ритме 1 удар в секунду, 60 ударов в минуту. Небольшое пояснение. Я пою мантру мам. Слышится два раза мама. Ма, потом м, ма, м, ма, м, ма, м. Вдох, соответственно, вы мысленно поете про себя. И в течение этого времени вдоха вы с сопротивлением вдыхаете полным вдохом йогов. Вы набираете в легкие свежий воздух и синюю кровь. По сосудам низкого давления в легкие поступает через правый желудочек сердца в течение вдоха синяя кровь. При выдохе диафрагма поднимается, расслабляется, давит на легкие, и через левый желудочек сердца из легких выходит в аорту красная кровь по сосудам высокого давления.
Пока не забыл, я вам хочу сказать, что моя идеология и мои взгляды на жизнь изложены в книге «Алгоритм гармонии». В описании будет ссылка на Яндексе. С моего Яндекс.Диска вы можете ее как скачать бесплатно, так и просмотреть. Если будут какие трудности, пишите в комментариях. А теперь я хочу поработать со зрением, то есть саджной, затем с вишудхой. Включаю метроном. Значит, я буду петь ту же самую мантру и креститься глазами. Дальше я хочу показать еще два упражнения для аджны и для восстановления зрения. Еще одно упражнение мягкими частями ладони ближе к мизинцу, левой и правой рукой давим на глазное яблоко и вращаем по кругу. Мам.
Эти упражнения приводят к тому, что мышцы глаз расслабляются, а при крещении они усиливаются, и зрение у вас централизуется. Сейчас у меня очень ясное зрение, я радуюсь жизни. А до этого 41 год носил очки. Берите с меня пример, занимайтесь духовными практиками. А теперь я хочу перейти к Вишудхе. Человек, который медитирует, и внимание у него сосредоточено на горловой чакре, в данном случае на гортани, момент мантры, молитвы, помните о том, что вы занимаетесь вот этим местом. Все внимание должно быть здесь. И рука, которая массирует гортань, тоже делает массаж в ритме сердца, в ритме полного дыхания йогов. У вас будет улучшаться работа щитовидной железы. Будет лучше поступать кровь в голове. У вас улучшится голос. Итак, я начинаю. Итак, 8 вдохов, 8 выдохов. И внимание на той чакре, с которой вы работаете. В данном случае с Вишудхой. У вас улучшится голос. У вас улучшится воздействие на людей вашим приятным голосом, вашим пением, вашим ритмичным дыханием, вашей улыбкой. А теперь я немножко спою. Много песен слыхал я в родной стороне. Эта песня рабочей артели, все хорошего понемножку. Конечно, я могу еще спеть и соловья Алябьева, но не буду. Поверьте, что я это умею делать.
Если вы хотите усилить силу духа, то нужно воздействовать на седьмую чакру, сахасрару. Если вы хотите усилить физическое тело, то нужно креститься копчиком влево-вправо, вперед-вниз и петь эту мантру. Итак, с каждой чакрой можно работать отдельно, и эта чакра будет постепенно раскрываться. Сердечной чакрой тоже надо. Мам, 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 мам. Мам, 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 мам. Сердечная чакра отвечает за любовь ко всему миру, ко всему живому. И мир вам ответит тем же самым. Молитесь, пойте свои любимые чакры, мантры, зикры в ритме вашего сердца. Это один из секретов, о котором подробно описано в моей книге «Алгоритм гармонии». Скачайте, и вы сможете ее читать даже на вот таких смарт-ТВ, потому что расширение там у меня PDF. Крупным планом я сейчас в конце вам и покажу, как это выглядит на экране смарт-ТВ. С вами был Николай Полывер. Дорогие друзья, я вам показываю сейчас, как выглядит моя книга. Это обложка ее. Здесь показан вдох, давление в легких ниже атмосферного. Здесь вот зеленая кривая – это выдох. На вдох 8 ударов сердца, на выдох 8 ударов сердца. 7 цветов радуги, 8-й – белый цвет. И название моей книги тоже состоит из двух слов. Каждое слово по 8 букв. Алгоритм гармонии. Значит, очень удобно читать ее, если листать. Вот здесь внизу, видите, страницы идут стрелочкой вправо. Будет первая страница. И так дальше. Вступление и начало. И можно потихонечку читать мою книгу на русском языке, а также вы можете скачать и на английском языке. Вот, например, схема, как работает диафрагма. Вот это диафрагма. Сверху вот это при выдохе она поднимается, при вдохе она натягивается и горизонтальное положение принимает. Желаю вам скачать книгу. Там есть упражнения по восстановлению зрения. Есть теория Уильяма Горация Бейтса о работе глаза. Есть часть выдержек из лекции Владимира Георгиевича Жданова. В общем, скачайте и будьте зрячими. Занимайтесь духовными практиками. С вами был Николай Полыгин.